Куда приехала? Не скажу, куда приехала. Куда привезли, туда и приехала. Вот что значит не городской житель. Даже не знает, куда приехали. Не знала, куда приехала. Везли, везли и привезли. За покупками в Мегу. Мы затарились. А ты пальцем меня закрываешь, я вижу. Ничего, что вот сюда смотреть надо. А, вот туда смотреть надо. Ну, чтобы как бы не косоглазо было. Мы затарились и вообще по полной. Ты чё? Вот где истинный работник, истинный ценитель коктейлей. Я думала, ты фото снимаешь такая уже. Я и так фото снимаю. Хватит фото, надо видео. Я так уже 2 дня не выкладывала видео в YouTube. 2 дня. Пардон. Мадам, пардон. У меня, короче, есть теперь клевая штука. У меня есть пультик. Для телефона. А, он так, первый канал. Второй канал, камера. Кошмар какой. Только поставила удобненько там, где стоит. А, да. Рука-то не встает, главное. У меня такой видом. Что-то блески. Это коротышка. Офигеть, просто пристает к людям. Вообще ужас. Коротышка к людям пристает. Кофеек. Ты что там к людям пристаешь, а? Ксюш, расскажи что-нибудь о своей работе. Я там о моей работе. Блин. В чем моя работа? Кофе делаю. Не, ну вчера видос ты сняла, жесть, конечно. Я еще не выложила еще один. Я еще один сняла, но он не загрузился. Так что сегодня вечером. А роза за рожицу-то ты зачем сделала? Могла без рожицы. Как? Ну рожица так-то мишки там, если что. Где она? На скамейке. Точно? Коротышка просто убегает. Алина! Она мне это такая говорит, можно я на мостик встану? Ты что о работе рассказывать? Чего не хочешь? О работе рассказывать. Ак не рассказывай. У меня осталось 5 трубочек. У тебя вторые есть маленькие? 8! Шарики-то в них неправильные. Ничего. Вот так вот, как ягоды из стакана, знаешь, из компота. Я так компот давно не пила. Я обожаю компот. Компот. Ты умеешь делать кисель? Да. Покупаешь кисель. И делаешь его. Покупаешь вот такие брикеты киселя. Рецепт, кстати. Да, покупаешь брикеты киселя. Греешь воду. Да нахрен брикет, короче. Кисель готов. А так-то вот настоящий кисель из чего делается? Из крахмала. Да. Да, варишь морс, ну, ягодный какой-нибудь. И туда крахмал добавляешь. И мешаешь. И все. Да. И кисель, да? Ты что, знаешь, как просто? Да. Мне надо кисель пить. Зачем? Для желудка. Ну, у меня же язва когда-то так-то была. 2 даже. Мысли. В прямом. Ходячая язва. У меня, короче, сколько лет назад? Года 4, наверное, назад. Какой 4? Вот 6 лет назад. Перед тем, как да, у тебя уже все зажило, что ты переживаешь? Так она же открывается. Язва, она же не лечится, она зарубцуется. А вы уже берите уже. Уже потрогали. Я офигеваю народу, как в порядке вещей просто зашли. Потрогал трубочку, да, еще залапали трубочку. Поставил. Вот я вырежу. Алина бы сейчас как-то смеялась. Ага, не говори, кстати, она точно. Она опять разговаривает. Она опять... Что говорил? А, язва, она же зарубцовывается. У меня было 2 язвы одновременно в желудке. Они зарубцевались, но там года через... Ты что, камни ела, что ли? Это я в Курске жила или альку растила. Я ничего не ела. И вот. Кто? В смысле? И ты считаешь это красивым, да? Ты считаешь это красивым? Ты клоунесса. Давай, танцуй. Как ты умеешь?
Вперед-назад. Давай. Давай вперед-назад. Это кошмар какой-то. Она так четко делает. А? Че тебе? Давай вперед-назад. Кошмар какой-то. Это вообще кошмар. Это вообще кошмар. Кто ее этому научил? У меня есть ультрафиолетовая лампа. Короче, у меня есть шар дискотечный. Цвета музыка, все дела. Я тебе могу такой дом замутить. Офигеешь просто. Да. Что, мы хотели еще и показать. Ну, такое слово дискотека. Тусовка. Еще деревня. Дискотека. Что? Ну, так как думаете, да, на дискотеку или на тусовку? Или на дискотеку. Или на тусовку. А что, на дискотеку? У нас, кстати, есть зеленая чумовая юбка. Головная кофта просто. Сказочная. И мы как пойдем на дискотеку. На дискотеку. Блин, жалко, босоножек нет. Босоножки есть. Я тебе легко найду. Я надел дерево. Что ты сделал? Она не со мной. Я ее не знаю. Это девочка. Еще одна тоже. Чего ты надела? Ей нравится этот стул? Может, его домой не взять? Не пойдешь ты никуда. Аромата давай, дышуй. Ароматами своими. Короче. О, ты чё, Ринка? Нет, сказала. Аккуратно она как вниз. Вот она сейчас брёкнется, и ты брёкнешься вместе с ней. Ну ладно, ходи. Наорала сначала. Мамаша сначала наорала, потом сказала, ну ладно, чё. Чё тебе надо? Снимай. Кошмар, что это такое? Что ты делаешь? Ей музыки не надо. Каждый день праздник. Каждый день праздник. А давай другой я тебе сниму. Год. Год.